Всем привет! Мы завершили терраформирование. Сейчас все посмотрим, узнаем. Да, что-то он нам там пишет, он куда-то собрался. Что происходит? Так, терраформируем, а? Начнешь, что? Ох, быстро было, друзья. Не забывайте подписаться на канал перед началом просмотра. А мы давайте посмотрим все, что у нас тут произошло. Терраформирование закончено. Все. Планета заселена. Все у нас отлично, замечательно. Для начала все-таки, да, посмотрим по сундучкам. Что они нам дадут. Долгий процесс у меня занял, но в принципе все было не так сложно. И сундук гильдии. Давай, что ты нам дашь? Ну, даже очень неплохо. У нас вообще все идеально получилось, посмотрите. Прям чисто на серединке. Что нам по заданиям? Это мы сделали. Производство первичного модуля фаун использует первичный бульон для организации соединений. Создали. Включить модуль фауны, чтобы приступить к наполнению Земли исчезнувшими видами. Это мы сделали. Царство животных. Доведите масштабы фаун до 100%, чтобы завершить реформирование Земли. Это мы сделали. Леса. Мы вырастили. Все. Так. А что, заданий никаких нету больше? Очень странно. Очень странно. Нет, это я отправлять не буду, простите. Мне это самому пригодится. А что с заданиями? Каркас приемника. Так. Я сейчас чего-то не понимаю. Наверное, надо вот сюда вот отправиться. Да. Терраформирование завершено. Вы хорошо справились. Нам пришло время возвращаться домой. Все вот-вот сильно изменится. Будьте готовы к следующему этапу. Мы фиксируем что-то странное в открытом космосе. Что это такое? Земля на связи. Земля – это Галактическая Федерация. Вся Федерация? Конечно же, мы, то есть Минковский, то есть мы так долго ждали возвращения домой. У нас есть для вас новая миссия – операция Феру. Уже идет, нужна ваша помощь. Так, создай контроллер. Отправляйтесь в мастерскую, вам предстоит изучить новый процесс. Это я чего-то переборщил. Торговый форпост, плавильня, мастерская. Контроллер резонатора. Нужно 1000 стальных пластин, 300 материнских плат, 500 чипов. Все хорошо. Материнских плат не хватает. Просто не хватает материнских плат. А как много? А хотя почему все хватает? Замечательно. Это мы сейчас будем делать. И чипы нужны. И пусть чипы делаются. Так, хорошо. Каркас приемника, а здесь что? Контроллер резонатора нужен. Резонаторная база. Усиливает сигнал, поступающий с кораблей Галактической Федерации. То есть, да, мы будем это с вами делать. Угу. Но это долгий процесс. Долгий процесс. Мы его сейчас делаем.
но хочу еще кое-что вам показать. Если помните, с последней серии я модуль фауну улучшил до 2 уровня. И вот что нужно, чтобы до 3-го. 10 и час. 10 вот таких вот предметов. Редких. Анаптаниумов. Ну и собственно, все здесь замечательно. К нам корабли подлетели Федерации. Единственное, аж с этим что нам делать? Вот это вот зря было. Значит, здесь мы все с вами сделали. Хорошо, давайте просто посмотрим, что у нас тут происходит. Да, здесь все печально. А чего здесь нету? Сосна кончилась. Она нам больше не нужна. Древесину выращиваем. Дружочек, что ж со обсидианом совсем так плохо? Александрит. Так, нам надо еще быстро пробежаться и посмотреть, нету ли здесь чего-то новенького. Так, здесь ничего нового нету. Здесь нет. Здесь только сосна. Здесь у нас первичный бульон. Нет, здесь тоже ничего нету. То есть получается один этот был. Да. И то он отсюда исчез. Поплавильни. Ну, собственно, да, тоже ничего. Как-то, знаете, серия не маленькая получается. Создайте контроллер. Хорошо, мы этот контроллер сейчас создадим. А здесь на планете. Я есть на какой-то планете? Да вы серьезно? Я еще на какой-то планете обитаю. Ух-ух-ух-ух-ух. Ну, можно эту планету покинуть. Однозначно. Послушайте, птицы поют. Как круто, птицы запели. Ну, в общем, так, на данный момент все. Будем смотреть, изучать. Этот я в любом случае уже вне серии построю. Потому что для него нужен как раз контроллер резонатора. Построим, и уже после этого мы будем дальше проходить. И смотреть, что же будет дальше. Ну, вот такая вот небольшая серия сегодня у нас получилась. Записываю по возможности, как только получается что-то пройти. Поэтому и вот сейчас чуть-чуть задержка видео выходит. Не забывайте подписаться на канал, порекомендовать друзьям. И ждем, когда это все построится. И что у нас будет дальше. Мне прям очень интересно. До новых встреч. Всем пока-пока.